Что-то срочное? Я не знаю, что ты хотел сказать, понимаешь? Виктор Павлович? Ты ничего не хочешь нам сказать? В смысле? Секреты, дела, о которых мы не знаем. Вы все знаете про меня? Нет, ну Нина долгое время тебе не верила, проверяла. Повод давал. Я болен. Врачи дают мне немного времени. Поэтому я хотел бы, чтобы вы с Кариной побыстрее поженились, пока я живой. Виктор Павлович, пора делать укол. Подожди. Потом. Я хочу, чтобы ты занял мое место и стал бы преемником, пока Маратик не созреет. Поможет стать ему человеком, как говорится, и полюбишь его как родного брата. Давай. Давай. Виктор Павлович, очень неожиданно, конечно. Мы вообще-то с Кариной собирались уехать сразу после свадьбы. А ты не спеши. Ты же меня слышал? Опа! Дядь Вить, ну чё? Решать тебе. Пошел на укол. Идем. Зажжем так. Ну чё? Сюда больше не возвращайся, убьем. Ну и там будем смотреть за каждым твоим шагом. Дядечка, ты мой!
Дядечка! Дядечка! Дядя! Дядя! В Штаты! А? Карину благодари, мразь. Все-таки любит, любит. Братишка своего любит. Это мое, мое, Маратик. Дядя! Шел! Дядя! Я только душ приму. Душ приму только. Дядя! Роднуля ты моя! Дядя, да я сам его... Карина. Узнаю дядю Витю. С размахом. Лапин Василий Германович. Частный самолет, это правильно. Это правильно. Да, это семейное. Комфорт любим. Жопа должна быть в тепле. Слышь, ты куда едешь-то? Слышь, ты куда едешь? Дурак обрадовался. Чё, Вань? А дядька-то моего не боишься, не? А Карина что скажет, когда узнает, что ты меня грохнул? А ты ведь на нее запал, точно, братан? Чё, подержанный товар любишь? Не брезгаешь после меня, нет? Не боишься? А зря, Вань. Куда тебе до меня-то? Последнее слово. Я тебе могу сказать, кто твоего пацана завалил. На самом деле. Но не скажу. Все. Давай, Назаров. Доигрался, крыса!
Что-то срочное? Подожди, я тебе перезвоню. Я по поводу трупа, сгоревшего в машине. Ну? Это Игорь. Какой Игорь? Наш Игорь Вержак. Вержак? Журналисты об этом узнать не должны, понял? Так точно. Иди. Стой! Еще. Александровой об этом тоже знать не надо. Ну, это понятно. Не хватало мне еще оскандалиться в генпрокуратуре перед пенсией. Выполняй. Все достаточно. Как теперь тебя называть? Иван Петрович или шеф? Хорош стебаться. Да ладно, какой Степ? Ты же теперь у нас главный. Вечером дядя объявит всем нашим об этом. Так что прошу. Что за понты? Да брось. Ты теперь без этих понтов никуда, братишка. Так что пользуйся. Братишка, ну расскажи мне, как он сдох? Я хочу знать все детали. Я его не убивал. В смысле? В прямом. Он сам спрыгнул с обрыва. Сказал, убийца моего сына жив еще. Да врет. Я сам лично видел, как он убил твоего сына. Точно. Братан, ну как тебе сказать? Я там был. Я видел собственными глазами. Ты же мне брат. А как дядька помрет, только вы с Каринкой у меня останетесь. Ладно, проехали. Понимаете, мне надо срочно с ним поговорить. Это важно. Звонит Борис, водитель Нины Георгиевны. Что-то очень срочное. Плевать, Бориса. Уйди. Уйди, я тебе говорю. Сейчас Виктор Павлович очень занят. Держи!
свадьбу с вами и уедем куда-нибудь далеко-далеко, где нас никто не знает. Ну это уж точно навряд ли, дорогая. Почему? Моя. Ну потому что он обещал дяде, что приведет все дела, пока я не созрею. Да какой вержак стукач? Ему бы, наверное, просто ума бы не хватило. Ходил там у себя по прокуратуре, говно нюхал. Я следил за ним. Своими ушами слышал, что он рассказывает все этой следачке московской. Че-то, я не знаю, мало верится. Вержак был жадным сыкуном. Так-то оно так. Только фуфло, по-моему, это все. Ванюша, спасибо тебе, что ты так быстро решил эту проблему. Всегда пожалуйста. Кстати, с сегодняшнего дня любая проблема решается согласия Ивана. Он теперь будет вместо меня слово молвить. Спасибо, Виктор Павлович. Дед Вить. А? Извините. Можно Ваню на минутку? Ваню на минутку? Угу. На одну минутку? Да, на одну. Я тебя сейчас уверну. Спасибо. Все-таки ваш праздник. Но при условии. При одном. Если ты мне подаришь танец. Не слышу. Ну, пойдем, громче. Ладно. Нет, громко. Пойдем танцевать. Пошли. Там ждут все, да? Воду принеси! Врача, врача, позовите! Дед Вить, что с тобой? Надо посадить. Воды принесите! Дед Вить! Все нормально? Все нормально? На, держи. Воды возьми. Все хорошо. Все хорошо. Молодые. Ко мне. Гостям. И только в окружении прелестной пары. Вперед. Вперед. Можно? Дядь Вить, давай вперед. Ты приляжешь сейчас. Прилягу на твое плечо. Дядь Вить, не смешно. Вперед, вперед, вперед. Все хорошо, все. Вот что ты знаешь, иди к гостям. Все нормально. Дядя Вить. И никогда. Жених, невеста, все прелестно, прелестно. Остается, остается, остается. Закрывай. Ты мне не сказал, что дядя просит тебя остаться. Да, не сказал. Карин, прости. Я хотел сказать. Искал подходящего момента, чтобы не обидеть тебя. А у тебя был подходящий момент. Я сегодня весь вечер одна. Тебе все равно. Нет. Пойми, это вопрос семьи. Теперь уже и моей. Марат реально не готов. Марат, ты ну, посмотри на него. Опаньки, оп, сори. Оп, ребята, я к вам. Там реально скучно. И вот, вот это чудо будет управлять делами. Вдвоем. Вы реально клевые. Люблю вас. Я тебя тоже. Мы вас любим. Все в порядке? Все хорошо. Отдыхайте. Все нормально.
Ну чё? Надо братве сказать. Или ты уже рассказал? Нет. Сначала нужно Виктору Павловичу сказать. А. Правильно. Правильно. А кто это? Где ты был? Бегал. Солнышко, что случилось? Спасибо, дядя Вить. Спасибо. Суя, начальник. Вы же меня реально запалите. Не бойся, сегодня Кобзистого хоронят, все на кладбище. Больше тебя сюда не привезут, так что не выпендривайся. Готов? Готов. А как ты к Федьке вообще попал? Да как? Мать пила, батя вообще куда-то исчез. У Людки, сестры, там, любовь, не до меня. А я жрать хотел, понимаете? Ну, спер однажды в магазине банку сайры. Меня охранник поймал. А Федька, он тогда в кассу стоял. Ну, и откупил меня у охранника. Так вот я с ним и остался. И сколько же тебе тогда было? 13. Наверное, приходилось поручения какие-нибудь исполнять?
Да нет, так, мелочь там. На стрёме постоять или последить за кем-нибудь. Да. Весело, ничего не скажешь. До Алии с кем-нибудь у него были завязки? Нет, не было. Он только с ним имел дело. Я вам все сказал. Кто убил Седова? Федька. Опять Федька? Ну, а чего вы удивляетесь-то? Ну, любит он убивать, но страсть у него такая. По приколу. Как и брат его, Маратик. Ну, в крови у них это, я не знаю. А Маратик здесь при чем? А Маратик вообще отморозок. Он даже грудного младенца не пожалел. Вы имеете в виду Алексея Назарова? Откуда я знаю, как его звали? Знаю, что он был у этого следака из Москвы, которого Маратик должен был завалить с пацанами. Может, свадьба-то подождет, пока траур? Свадьба состоится в назначенный срок. Дед Витя хотел, чтобы мы поженились, чтобы не произошло. Это, конечно, их дело. Пойдем. А насчет Вержака, да ты прав оказался. Стукач. Там у него на хате нашли. На каждого из нас такое понаписано. Я же тебе сразу говорил. А ты сомневался. А вот теперь сомнения исчерпаны. Ну, я рад. А прокурорские без присмотра не останутся. Там у нас еще человечки есть. Ну и хорошо. Пойдем. Марат убил Александра Назарова? Да. Они вышли из дома. Маратик их обоих замочил. Сначала этого мелкого, потом следака. Федька, конечно, Маратика отмазал, все свалили на Севку. Ну и Севку потом грохнули. Ну, что ты решила? Лёш, я не знаю. Дай мне время до завтра. Лёш, спокойной ночи. Спасибо. Тихо, тихо. Не смей меня пугать. Почему ты не сказал мне, что женишься на Карине Кобзистой? А что, я должен у тебя разрешение спрашивать? Да мне плевать, что ты женишься. Важно, на ком ты женишься. Теперь ты один из них. Послушай меня внимательно. Возвращайся в Москву быстрее, пока не поздно. Ты мне что, угрожаешь? Нет. Они следят за тобой. С чего это я должна тебе верить? Решать тебе. Прощай. Надежда Сергеевна. Назаров! Если ты с ними, значит, мы с тобой враги. Уезжай. Вы можете опознать своего сводного брата Федора Кобзистого? А вы не знаете, что он делал ночью в карьере за городом? Карина, вы меня слышите? Карина, подождите. Карина! Хочется плакать от боли.
Гражданин Назаров. А что, не видишь? У нас Карина! У нас к вам несколько вопросов. Я сама. А ты какого черта здесь делаешь? А я выполняю свою работу. Сегодня нашли тело Федора Кобзистова. А я думаю, куда же он делся? Карина! А ее нет, она сбежала. Представляешь, нашли в карьере с новым паспортом, с билетом во Флориду. Ты не знаешь, кто его убил? Не-а. Но я верю, очень верю. Вы обязательно найдете убийцу. Удачи. Что ты делаешь? Вань, что ты с ней разговариваешь? Я говорил с адвокатами. Мы не обязаны никому ничего объяснять, все. А ты что лезешь сюда? Не стыдно? Горе у нас. Я прошу вас. Я знаю, что это ты его убил. Да я бы с удовольствием. Как не стыдно. Пошли. Да, достала эта баба. Не то слово. Где Карина? Тут ее. Сильно обидел. Ты что, ей все рассказал? Ну, она сестренка моя. Но я сказал, что это была наша с тобой общая идея. Где она? Там, где она сейчас должна быть. Забудь про нее, все, брат, забудь. Где она? Значит, любить не умеешь. Карина, послушай меня. Я очень хочу, чтобы ты была со мной. Пожалуйста, прошу. Храни тебя Господь. Карин. Спокойно. Посторонитесь! Пошел вон! Не толкайтесь, да? Не срочно! Спокойно, тихо! Тихо! Что вон? Что такое? Нет, мы тут давно, мы тут два часа. Тихо! Оскорбляйте старше. Никто сегодня не пройдет. Что такое вообще? Смотрите, не надо, а? Куда вы ее? Спокойно, я сказал! Да что такое? Тихо! Сама готовила. Чего эти кухарка, чтобы готовить? Просто очень вкусно. Помнишь? Мама раньше готовила, как в детстве. Так же. Помнишь?
Слушай, меня скоро переведут отсюда. И мы, может быть, никогда не увидимся больше. Не трепи. Куда? Я еще сам не знаю. Только ты меня не выдавай. Я начал сотрудничать с органами. Ну как еще? Ну ладно, сестренка. Ты ешь. Ешь. Не хочу я больше. Наелся. Дружкам, чтобы они нас порезали, как собак. Сволочь! Это... Ты о мальчиках моих подумал! Это ты. Ты сдохни! Прощай, братик. Плохо человеку! Спасибо тебе за праздник. О чем речь, Мариш? Жанька к тебе привязалась. Красавица. Рудику в цирк надо, а не на эстраду. Помнишь, мы с тобой когда в кафе первый раз танцевали, а он пел? Я вообще думала, что он суперстар будет. Ты просто была влюблена. Да? Хорошо выглядишь очень. Спасибо. Наверное, еще гость. Пойду открою. Ту-ту-ту. Продолжаем без меня. Я сейчас вернусь. Фу, я угорел с ним, ей-богу. У тебя хорошо получается. Хло. Спасибо. Давай. Ой, а кто к нам пришел? Что нужно сделать, когда приходит новый гость? Здравствуйте! Здрасте, здрасте. Как у вас весело? Гражданин Назаров. Гражданин Назаров. Простите, а что происходит? Все в порядке, Мариш. Давай, давай. Развлекай детей. Давай. Все хорошо. Смотрите, что у меня есть. Волшебный оранжевый носик. А можно играть в прятки? Давай. Разбегайтесь, спрячьтесь. До скорого. Ваня, а что делать? Я скоро вернусь. Гуляйте, гуляйте, ну. Какой красавчик. Смотри, прям крестный отец настоящий. Значит, ты специально убил свидетеля, сволочь. Ты повежливее давай. Извини, пожалуйста. Ты устройся поудобнее. Послушай. Он только с ним имел дело. Я вам все сказал. Кто убил Седова? Федька. Опять Федька? Ну, а чего удивляетесь? Ну, любит он убивать, но страсть у него такая. По приколу. Как и брат его Маратик. Ну, в крови у них это, я не знаю. А Маратик здесь при чем?
Маратик вообще отморозок. Он даже грудного младенца не пожалел. Вы имеете в виду Алексея Назарова? Откуда я знаю, как его звали? Знаю, что он был у этого следака из Москвы, которого Маратик должен был завалить с пацанами. Ну? А вот теперь ты должен решить, на чьей ты стороне, брата или его убийцы? Я подумаю. Ну чё, эти совсем оборзели, да? Братан, ну ты напряжён такой, сам-то как? Чё, настроения нет, да? А. Ну это, из чего я спать? Алло. Слушай меня внимательно. На них работает сам Треплев. Убью тебя. Уже. Пришел все-таки? Значит, ты их убил? Да. Клево было. Я убил.
Александрова, а вам что здесь надо? Это дело вас не касается. Смотрю, вас касается, раз вы здесь. Это ты его убил. Как не стыдно, это вообще, я не могу уже. Он мне как брат был, я зашел, он в крови весь лежал. Не надо ничего объяснять, он вообще здесь никто. А я не пойму, вы кто, адвокат? Александрова, беги отсюда. Или я тебе... Что? Убьешь меня? Убьешь — не поможет. Ни тебе, ни твоим дружкам. Бойтесь меня. Пощады не будет. Я даю тебе 24 часа, чтобы ты убралась из этого города. Иди проверь, что она исчезла. Ладно, решайте с ней вопросы, я пошел. Вообще здесь никто. Возвращайся в Москву быстрее, пока не поздно.